Всем привет! Девчонки, а у нас весна. У нас весна, сегодня суббота. Какое число? Сегодня 10 апреля. 10 апреля, и у нас весна. Просто класс. Очень тепло, здорово. На сегодня 12, на завтра 17. Понедельник что-то как-то 11-12, по-моему. А во вторник 20. Представляете, какая красота, уже хочется раздеться. Хочется уже без шапки, да, Катя? Ну, можно уже, ты без шапки. Но я без шапки, я взрослая, ты еще нет, ветерок. Сейчас вот будет, когда 17-19, все, 15, снимаем шапку. А 12-го мы поедем куда? 12-го ты поедешь в школу, а я поеду на УЗИ в понедельник, да, возьму вас тоже с собой. Вот, так что у нас красота прям вообще. Просто супер, погодка необыкновенная. Сейчас отвезу кое-кого на занятия, на английский, на танцы, и поеду на почту, покажу вам, что мне там пришло. Забрала посылки, давайте распаковывать. Первое, что мне очень хочется открыть, все-таки я заказала на AliExpress лифчик. Вот так выглядит посылочка. Долго что-то шло, мне кажется, месяца два точно. Сейчас посмотрим. Он вроде как спереди на застежке должен быть и удобен для кормления, для будущих мам. Мне интересно, на самом деле. 300 с чем-то рублей, по-моему, стоил. Но если он нормальный, я вам ссылку на него оставлю, если вдруг понравится. Потому что я не помню, какой я заказывала цвет, но тут он черный. Очень интересно. Вроде как свой размер, и размерный ряд там большой. Сейчас посмотрим. Потому что я, в принципе, с одеждой с AliExpress не очень дружу, из других китайских сайтов, да? Но здесь не угадаешь, иногда бывает просто до абсурдного, да? Как в интернете видео есть, я не могу, я ржу с него уже третий год. Когда набор посуды женщина заказала, да? И он пришел вот такой вот игрушечный, кукольный. У нее была истерика. Слушайте, а ничего. Смотрите. Я вам поближе сейчас его покажу. Сзади широко все. Все тянется, стрейч. Тут как бы все слитное, да? И у нас спереди вот такие вот застежки. Видите, девчонки? Вот, вам хорошо видно. Ой, мне прям интересно, налезет он мне или нет. Так, на этикетке размер здесь написан китайский, не знаю. 46/105. Made in China. Фокус. Алло, не хочет. Так, в принципе, все нормально. Здесь тоненький такой поролон в чашечке. Чашечка довольно симпатичная, кстати. Такая. И на каждой чашечке вот эта вот этикетка. Интересно, этикетка причем пришита, надо ножницами потом нитки отрывать. Слушай, ну прикольно. Хоть сверху футболки, что ли, давайте с вами прикинем. То за такой контент меня YouTube заблокирует. Начала тут лифчики примерять. Слушайте, cool. Вообще, девчонки, cool. Вы не видите? Все, он застегивается, он по размеру мне подходит. И чашечка моя, прям моя. Ой, как круто. Я довольна, девчонки, за 300 рублей. Такой бюстик. В принципе, стоило ждать 2 месяца. Классный, какой он комфортный. Вообще супер, девчонки. Я довольна. Я прям очень довольна. Угу. Супер. Класс. Ладно, я думала, сейчас будет из разряда ожидания реальность, но нет. AliExpress в этот раз порадовал. Давайте скрывать вторую посылку. Следующая посылочка у нас с вами – это Pidi Perish. Это аналоговая парфюмерия. Я уже снимала вам видео про этот бренд, да, скажем так, про эту фирму. Это парфюм Де Париж, девчонки. Очень бюджетная аналоговая парфюмерия. Вот просто очень бюджетная. С крутой стойкостью. Мне, девчонки, многие писали в комментариях, что тоже делали там заказы. Им очень понравилось. Ни одного негативного отзыва. То есть аналоговой парфюмерии сейчас на рынке полно. Вот от этой я в диком восторге. Кто не видел первое видео, я ссылочку прикреплю. И ссылки на парфюмерию тоже оставлю для заказа в России, для заказа в Украине. Очень бюджетно. Часто проходит акция при покупке 3/4 парфюм в подарок. Есть практически все самые известные, классные аналоги люкса. Да? Вот. Скрываем с вами посылочку. И вот так вот выглядит коробочка. И что же у нас с вами там? У меня здесь три аромата. 2 женских, 1 мужской. Смотрите, как все приходит упаковано. Если вы заказываете в стекле, с вашим парфюмом ничего не случится. Я обычно беру 1 в стекле и 2 в пластике. Это дешевле. Я как бы, мне все равно. Конечно, здорово, когда у тебя на туалетном столике стоит в красивой баночке парфюм, но для меня всегда и во всем было главным содержание, как бы, а не обложка. Вот так все переложено. Так, вижу первый парфюм в стекле. Это у нас с вами... Сейчас накладной достанем.
А это не накладная, это Евразийский экономический союз, декларация соответствия. Они всегда вкладывают эту декларацию, то, что у них качественный парфюм, качественное сырье, да, и всегда вот эту декларацию они вкладывают. Это на самом деле здорово. Вообще меня все устраивает. Стойкость – это отдельный разговор, я вам уже рассказывала. Я Лави и Белль не могла с руки смыть 2 суток, наверное, после душа чувствовала и так далее. Поэтому да. Так, первый у нас... Так, первый – это Живанши. Да, девчонки, это Живанши у меня в стекле. Энж Аут Даймонд Ла Ле Секрет. Я этот парфюм не пробовала, поэтому, возможно, исковерковала название. У меня не было его в оригинале. И мне очень интересно стало, как он выглядит. На самом деле, я вам тогда сбоку буду прикреплять картиночки, да, как выглядит сам парфюм. А это у нас аналог. Он вот в таком стекле приходит. 50 миллилитров объем здесь. Пока ничем не пахнет. Ой, класс, класс. Я не ошиблась. Я выбирала наугад, потому что из люкса у меня на самом деле мало было парфюмов. В основном это была молекула. Ой, класс. Это мой аромат. Супер. Я не ошиблась, девчонки. Я прям кайфую. У меня сейчас во время беременности я не каждый аромат воспринимаю. Этот классный. Здесь и древесная нотка есть. Я брала по описанию. Мне нравится, когда есть древесная нотка. Мне нравится сейчас в последнее время, когда есть сладкая нотка. Здесь... И цветочки. И, ой, какой шлейф вкусный. Шлейф обалденный. Он многогранный. Кто говорит, как бы, что аналоги, они не многогранные. И из-за этого, как бы, сходство не очень. Для меня многогранно. Вот все, что я брала в Pidi Perish, для меня многогранно. Для меня и очень похож на люкс. То есть я сравнивала. У меня есть молекула обычная. Есть молекула из Pidi Perish аналог. Один в один. Никакой вообще разницы. Классный аромат. Мне очень нравится Живанши. Девчонки, вообще супер. Так, дальше. И дальше две малышки вот такие по 30 миллилитров. Они уже в пластике идут. Вот они идут в пластике. Здесь подписано название, чтобы не перепутать. Да, они здесь все есть. Так, первый у меня Джорджо Армани. Это мужской. Знаете, как называется? Аква Ди Джио. Я могу коверкать, девчонки, честно. Я вам тоже, как выглядит флакон, вот здесь лучше вставлю, чтобы вы понимали. Это мужской парфюм. Я тоже брала по описанию. Брала что-то, знаете, полегче. Потому что сейчас уже теплое время года. Да, действительно, классный цитрусово-акватический аромат. Обалденный. Освежающий. Чувствую прям грейпфрут, лайм. Акватическую вот эту нотку. Очень освежающую. Классный. Вообще супер. Тоже не ошиблась. По описанию взяла и тоже не ошиблась. Суперский вообще. Так, дальше. Как называется следующий у нас с вами аромат? Это женский Tom Ford Black Orchidea. Black Orchid. Вот тут название. Тоже вставлю вам картинку. Так, сейчас мне кофе не хватает, чтобы занюхать эти потрясающие ароматы стойкие. В надежде вообще неделями держатся они у меня. Так. Black Orchidea. Вот этот уже тяжелый аромат. Мне просто было интересно его потестировать. Я слышала на него много интересных отзывов. И здесь какая-то кожаная нотка есть. Чуть-чуть даже. Древесная. Он очень интересный. Так раскрывается. Очень интересный аромат. Прям вообще супер. Сначала прям в нос бьет кожаная нота. Потом она потихоньку начинает пропадать. И я даже чувствую где-то на заднем фоне ванильку какую-то. Интересный. Интересный и очень многогранный аромат. Вообще, девчонки. Кто пробовал вот эти вот ароматы? Живанши, Джорджо Армани, Том Форд, Черная Орхидея. Напишите ваше впечатление. Мне прям интересно. На самом деле. И ваниль с кожаной ноткой так здорово звучит. Вообще здорово. Понравился, слушайте, понравился. Буду с удовольствием носить. У меня ничего подобного, вот, по крайней мере, как черная орхидея, еще не было. Ой, вообще очень интересно. Чем-то и шоколадкой, и ванилькой, и пироженками тут пахнет заодно. И немножко уже назад отходит вот эта вот кожаная нотка. Класс. Я вообще довольна. Супер. Потрясающе. Pidi Perish молодцы. Просто делают классный парфюм. Классный парфюм на самом деле. У них отличное сырье. И я из того, что пробовала, не могу отличить от аналоги от люкса. Вот. Все ссылки для заказа оставлю вам под видео. То есть для Украины, для России, для заказа 30 мл. Все актуальные акции на данный момент тоже пропишу вам. Так что приходите, знакомьтесь. Парфюм классный. Если кому-то сделать подарочек, в стекле вот можно купить.
Себе вот такие, в принципе, можно, какая разница, да? Цены очень бюджетные. Мне кажется, самые бюджетные среди аналогов. Вот. Так что ссылочки все под видео, проходите, знакомьтесь. Мало сторис в Инстаграм, посмотрите, какая у нас красота на балконе. Вчера папу попросили сорвать цветочки первой дочери, да? И он их, получилось так, что сорвал с корнем. Мы пришли домой, тыкнули в землю, что-то у меня тут было, росло, не росло в ней. И они растут, полили, начали распускаться, вон малышки, еще там их много. Такая прелесть прям. Невозможно, хочется уже зелени, и хотя бы такие вот желтые первые цветочки мать-мачехи у нас теперь растут на балконе. А вот сейчас, девчонки, спустя какое-то время черная орхидея раскрывается кокосиком. Вообще класс. Мне так нравится этот аромат. Я каждые 5 минут нюхаю руку, и он каждые 5 минут какой-то разный, очень интересный. Вообще супер. А бюстик, кстати, девчонки, очень классно держит грудь. Он без косточек. Я специально брала без косточек, да. Я сейчас его нормально померила. Он отлично держит грудь. Вообще просто потрясающе. И форма такая классная у него. Я однозначно буду брать себе такой еще. Стоит подождать 2 месяца ради такого классного бюстика за такие деньги. Прям без косточек. И поддержка такая классная. Вообще прям очень понравился. И, девчонки, я брала размер, сейчас посмотрела, уже забыла, какой я брала размер. По отзывам читала, да, там много отзывов на эти бюстики. Я взяла 105С на свой обхват груди сейчас 115. И чашечка у меня двойка грудь, да. Двойка, ну, может, 2,5 максимум, двойка. Вот, так что 105С вот сел идеально, нигде не жмет, не давит, свободненько, все хорошо. Поэтому вот имейте в виду. Всем доброе утро, я уже в консультации. Иду на 3-й УЗИ, девчонки. Так что там снимать, к сожалению, нельзя. Как выйду, расскажу вам, что да как. И уже точно кто там в животике. Ну что, девчонки, пришла я домой. Пока по дороге всем позвонила, рассказала. В общем, как и ожидалось, и по второму, как скринингу и было, у нас будет девочка. Это здорово, на самом деле, я рада. Может быть, муж чуть-чуть подрастроится, папа чуть-чуть, ну, потому что мальчиков нет, все-таки мальчика хочется для разнообразия, да. Но я рада, и дочь будет все равно рада. Девочки — это девочки, девочки — цветы жизни, они ласковые, ну, не знаю, мне как-то девочки ближе. Я вот так вот представила, если мне сейчас скажут, что у меня мальчик, что я с ним буду делать? Вот, так что вот так, девчонки. Все хорошо. Сегодня у нас какой день космонавтики? 12 апреля. И срок 32-33 недели. Получается, как и было. Вот. Так что я думаю, приблизительно на 25 мая у нас с вами все будет. Ну, я как узнаю, как договорюсь, как бы я вам обязательно сообщу. А так все хорошо. Мы уже 2 килограмма весим приблизительно по УЗИ. Все нормально, все соответствует сроку. Не давала только малышка посмотреть пуповину, когда начали делать УЗИ. Да, и так у меня достаточно активная, прям толкается так целыми днями. Ночью спит, нет, ночью все хорошо, а целыми днями прям толкается она очень активно. Вот, и начали делать УЗИ, она начала толкать доктора, вертеться, руками закрывает, пуповину разглядеть не давала. Вот, но потом разглядели, все равно вертели меня, крутили. В общем, все нормально, все хорошо. Осталось чуть-чуть, финишная прямая. Зато теперь я буду покупать розовые вещички смело, да. Хотя я не любитель, да, мне сейчас вот как-то больше нравятся такие пастельные тона. Но, по крайней мере, уже мы точно знаем, что у нас будет еще одна прелестная девчонка. Будем подбирать имя. Девчонки, кстати, может, покидаете имена? Мы не можем определиться. Мы уже давно, на самом деле, выбираем. Я несколько имен выписала вместе с дочерью. Ей нравится Алиса, мне нравится Кристина. Что еще мы выписали? Лера. Все, по-моему, вот на этих трех я пока остановилась. Покидайте, пожалуйста, имена какие-нибудь интересные, девчачьи, девчонки. Отчество у нас будет Евгеньевна. Как бы тут тоже вот Ксения Евгеньевна у нас, Валерия Евгеньевна, Кристина Евгеньевна. Ну, нормально, да? В принципе, ничего. Так что буду вам благодарна. Я уже интернет перелопатила весь. У меня вообще прям вот каких-то таких вот идей. Ксюшу мы как-то сразу определились. А тут сейчас я прям в растерянности в какой-то. Ну и на этом буду влог заканчивать, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.